Более 300 видов государственных и муниципальных услуг оказывает Щелковский многофункциональный центр. За последние несколько лет система одного окна приобрела немалую популярность у жителей. Эффективность предоставления услуг в рамках рабочего выездного совещания проверили депутаты Мособлдумы и районного совета депутатов. В Щелковском районе МФЦ принимает порядка 42 тысяч заявлений в месяц. Так, на одного оператора в день приходится около 60 услуг. Мы увидели, что людям это удобно, что сейчас соблюдается время, за которое мы боролись, вот этот норматив времени, проведенного в очереди людьми, что сейчас мы уже идем по тому направлению, что предоставлять доступные услуги для слабо слышащих людей в центральном офисе МФЦ открыто специальное окно. То есть все улучшение, предоставление услуг. И вы знаете, вот сегодня мы беседовали, допустим, непосредственно с жителями, они говорят, что очень удобно. Также Щелковский МФЦ ведет работу через так называемые удаленные окна. Их функционирует 16 в 7 поселениях Щелковского района, в том числе и в микрорайонах города Щелково. Так, 20 июня состоялось открытие 4 окон МФЦ в микрорайоне Чкаловский. Работу нового филиала также проверили депутаты. Добились решения, и сегодня вот констатируем факт, что такие помещения появляются у нас в микрорайонах. Работа по введению удаленных окон многофункционального центра в микрорайонах города Щелково будет продолжена. По словам директора МФЦ Ильи Шумейко, до конца месяца запланировано открытие еще 4 окон в Щелковском коворкинг-центре «Старт» на улице Комсомольская. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».